Здравствуйте, меня зовут Никитин Денис Дмитриевич, я 99-го года рождения, учусь в институте имени Бориса Щукина на 4-м курсе. Мой художественный руководитель Нина Игоревна Дворжецкая. Мой рост 1,87 м, вес всегда скачет, я люблю играть в футбол, люблю петь, танцевать и вообще добрый, веселый парень. Мои работы, дипломные спектакли – это «Дурочка Лопе де Вега», я играю Лоуренцию, и Чехов «Чайка», я играю Трефнева. Приходите.